Железногорске состоялся летний этап 9-й универсиады. Почти сотня студентов из Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС, КГПУ, СИБГАУ, Красноярского промышленного колледжа, школы космонавтики, а также городских профессиональных лицеев соревновались в летнем троеборье. У нас троеборье, то есть 100 метров, потом комплексное силовое упражнение, то есть это пресс за 30 секунд, и километр у девушек, и 3 километра у мальчиков. Железногорская универсиада проходит в течение всего года и включает в себя 9 видов спорта. Зимой учащиеся соревнуются в лыжных гонках и конькобежном спорте. Весной и осенью проходят состязания по настольному теннису и плаванию. Кроме этого, студенческие команды участвуют в турнирах по баскетболу, волейболу и мини-футболу. 9 лет назад, когда я была начальником отдела, было инициировано вот это вот соревнование среди вузов и среднеспециальных, и также начального профессионального обучения нашего города. Потому что раньше эти слои, ну, возрастные категории не были задействованы, и мы решили провести соревнования. Тем более студенты – это продолжение наше будущее, как говорится. Следующий этап 9-й универсиады пройдет в октябре. Железногорским студентам предстоит побороться за первенство в баскетбольном турнире.